Ну, здравствуй, мама. Не волнуйся, я живой. Привет отцу, сестренке, бабушке и брату. Блокпост наш тихий, дальний от передовой. Зря не тревожься, береги себя и папу. Как там Марина? Сын за месяц не подрос? Обнять бы всех скорее, но есть еще делишки. Когда обратно? Риторический вопрос. К нам за едой пришли сегодня ребятишки. Им тяжелее всех. На вид-то лет по 6. Сидят в подвалах. Наверху небезопасно. Мы свой сухпай отдали, чтоб смогли поесть. Простых людей пугают русскими напрасно. На тех мальчишек глядя, сына вспомнил мам. Сейчас бы все отдал, чтоб оказаться рядом. Дай бог ему не видеть сцены здешних драм, где уничтожен дом с людьми шальным снарядом. Ты знаешь, мама, март теплее здесь, чем у нас. На солнце даже жарко. Пригревает спину. Еще рывок, и мирно будет жить Донбасс. Жду не дождусь, когда вернусь к жене и сыну. За меня вы не тревожьтесь, здесь все путем. Поменьше новости смотрите вы про это. Надеюсь, к маю всех нацистов перебьем. А там назад в Россию. Отпуск, речка, лето. Вы извините, что пишу вам за него. Погиб Андрюха ваш вчера, попав в засаду. Подбили танк наш, ранен в ноги, посекло. Спас экипаж, загнал машину за ограду. А эти твари лезли, чтобы взять нас в плен. Всем не уйти, и он сказал, я вас прикрою. Там через 5 минут ухнул взрыв среди стен. Андрей рванул чеку, забрав врагов с собою. Простите нас, что не смогли его сберечь. Не стало друга моего, вернее брата. Боль душит речь. Не знаю, что еще сказать. Спасибо вам за сына, русского солдата.